Утро в городе доброе. Желаю всем хорошей, приятной, позитивной игры. Первый игрок Джейк, ваша минута. Доброе утро. Один по просьбе игрока номер 10. У меня с этим никаких проблем нет. Смотрите, я практически полночи вообще сидел и вспоминал, какие же песни, может там быть в списке, чтобы их поставили больше чаще. То есть у нас много действительно хороших песен, которые можно ставить и которые можно слушать. А потом вспомнил, что мне же нужно речь говорить, да, практически последние 10 секунд, 15. Я подумал о том, что у меня, в принципе, проблем нет говорить на первом номере. Почему? Потому что обычно, чаще меня параноит, когда я говорю любую речь. Но потом, уже после попила, уже мнение стало меняться. Поэтому я спокоен, поэтому я попилюсь, я скажу свою позицию. Вот, собственно, и все. Спасибо, пас. И вам спасибо, минута два. Видите, пожалуйста, вставляю один. Так, смотрите, после речи один я сейчас подумал, что очень часто, когда на первом номере игрок озвучивает какие-то там ночные мысли, что вот я там то-то думал, тогда-то думал, ему часто накидывают черный цвет, и зачастую это бывает ошибочно. И я считаю, что не нужно накидывать какие-то такие марки за ночью думал, ночью не думал, музыку слушал, музыку не слушал. Вот я, мне понравилась музыка на раздаче, я сразу вспомнил про Агушка. Вот. Саундтрек сериала «Кухня» там, если кто не помнит. Вот. Очень классный саундтрек. Не он был там, он был там. Не было. Я, может, путаю. Ну ладно, хорошо. Для меня это сериал «Кухня». Ну что, по один я сказал. Для меня один будет все-таки просто серым. Я никак тут сразу цвета не накину. Если, может, как-то еще можно переоткрыть про музыку, про сериал «Кухня». Я считаю, что все, что снимали после основных, так сказать, серий, все фигня, все плохо. Вот. А вообще сериал очень интересный, возможно, вы сейчас видели, что в Польше его пытаюсь повторить. Время. Спасибо, минута три. Ну, лично я не видел. Пытаюсь повторить больше, черные будут. А все, про один так ничего и не сказали. Мы не сказали, никак не проанализировали. Мне показалось, сказали, что он серый, да. А почему? Один на серый мне тоже так кажется. То есть он не сбивался на речь, были какие-то мысли про музыку и про 10-15 секунд на последней минуте. Ну, в общем, на черную точно не наговорил, пускай будет серый. Второй, хоть и не проанализировал один, не покопался, как я сейчас, сделал вообще классно. Но два, мне кажется, расслабленный, он так подхватил сразу речь первого игрока, выставил его так весело. Все. Тоже не нервничает. Два, мне кажется, 10 секунд. Вот, несмотря на все это, с два я поиграю, один я пока не против. Ну, очень серый. Даже не то, что в красную сторону, просто серый. А два поиграю. Спасибо. Спасибо и вам, минута 4. Так, доброе утро, город. Ну, во-первых, один, ну, действительно, он сказал, мы его определим, может, после попила. А у меня другое размышление о нем. Я думаю, что вот человек второй раз сегодня на первом номере сидит, ему надо что-то говорить. Вот, и то есть, будучи черным, конечно, это для него была какая-никакая проблема, потому что второй раз надо искать тему, может быть, занервничал. Это его как бы больше окрасняет. По поводу игрока номер два, ну, сериал я видел, музыка для меня больше ассоциируется. Эта музыка была основная тема в фильме «Гитлер капут», если кто-то видел. Это такой стёб на тему Штирлица. Веселый очень фильм. Это именно там это была музыка. Вот, «Кухня», ну, ладно, не будем про нее говорить. Знаете, что-то меня зацепило в вашей речи. Я не очень мне понравился игрок номер два. Три хороший анализ, с одной стороны, но вы взяли два, мне это не подошло. Для меня 2-3 больше серых, из-за этого один у меня покраснее, вы два серых цвета, а один для меня по контрасту покраснее. Вот так. Спасибо, пас. И вам спасибо, минута 5. Действительно, один не было никакого, не за что зацепиться, чтобы сказать, в какую сторону. Хотя, конечно, могла бы быть речь, я так привык еще в начале такие речи, когда ходил, что-то интересное такое глубокое. А тут, конечно, без глубокого обошлось. А мне очень понравилось, ну, то есть один по серому для меня. Мне понравился по эмоционалу, не понял этот аргумент. Второй, в общем-то, мне понравился, если не убрать первые 10 секунд, понравился и третий. Поэтому я бы пока сыграл второй, три, один послушал. А четвертый, честно говоря, мне не понравился. Я пока не могу сформулировать, надо еще смотреть, но не понравился. Не понравилась его речь. Будем слушать дальше. Спасибо, пас. Спасибо и вам, минута 6.
Я играю 1-4-6, редкий случай, когда я прям знаю, с кем я играю. При этом я абсолютно не то чтобы уверена, что это прям красные игроки, а там прям черные, просто так у меня совпадали мнения. Смотрите, что мне показалось интересным, что речь игрока номер один сейчас на самом деле была по сути такой же, как в прошлой игре речь игрока номер один. Они тоже сначала пообсуждали о том, что они не будут говорить свой цвет, а все равно скажут его на попиле. Но не знаю, я так почувствовала. Типа даже не будут говорить про свой цвет, потом на попиле поговорю, и тогда вы все поймете. Вот прям, по-моему, почти дословно. И про музыку поговорили. Но при этом, если на в прошлый раз игра речь игрока номер один мне не понравилась, она была какая-то очень немножко взбаламушенная, и вот мне тогда протеретили, не понравилось, то сейчас это было так спокойно, ровненько. Не знаю, мне было нормально. Соответственно, после этого просто все по мнениям разошлось. Да, для меня. Я играю 1-4-6. Кто из них мне больше не нравится? Даю ваше время. Спасибо. Минута 7. 2-3-5. Двойку мне тяжело нарисовать. Пятый играет 4, третий играет со вторым. Вообще там, не знаю, тяжело все равно. Пока-то слишком вылазит на поверхность по нулю, как странно. Мне кажется, можно сыграть с первым, пока как бы речь серая, но это такая серая речь, которую, в принципе, по нулю можно сыграть. Черт, я же нашел, после 2-3 нашел покраснее. 2-3, четвертая речь еще более серее, чем у первого. 2-3, не знаю. У второй краснее, но 2-3, второй краснее. Мы сыграем 1-2. А кого-то еще надо набрать. Это и некого. Некого играть. Вообще некого. 4 может быть 1, 3 может быть. 1 может быть 2. У 6 как бы слишком легко нашла команду. А 5. 5 просто 5. Просто 5. И у вас время. Спасибо, минута 8. Ой, все просто. Я думаю, что один уже может определиться, с кем он хочет определиться. Нет, я думаю, что тут уже можно определиться. Ой, не нравится мне это. Выставляю 2. Принято 2. Значит. Вы уже должны определиться, что тут происходит, потому что тут много черных речей. Прям очень много черных речей. Тут половина. Что у вас 5 неопределившихся, у вас 6 легко командно. Ну 6 это раз хорошо, что вам нашло легко команду. Она молодец. Поэтому какие-то такие претензии. А вот 5 почему легко команду нашел? Вот. Так что посмотрим. 3-4. Ну, покраснее 3, наверное, чем 4. Вот если уж так 5. То есть я бы так себе брал команду, если бы вот всех, я бы взял 3, 6, 7. Вот. Но там прям очень много. 7 это чисто вот его, вот это вот сидеть и смотреть. То, что сейчас для меня там было. Это только из-за этого. Все. Так себе аргумент, я это понимаю. Время, спасибо, минута 9. Тебе не нравится. 2, 4, 6 и 8. 2, 4, там я не вижу, что они там вдвоем черные, это только один из них, потому что 4 слишком против 2. При этом 4 не против 3, как я понимаю. Просто не берет 3 по позиции, потому что играет за 2. 6 легко нашла команду. 6 уж легко нашла команду, говорит, играю 4, а при этом называют 3 почернее из 2-3. То есть если вы играете так вот с 4, причем так легко, тогда у вас 2 самый подозрительный должен быть. А вы кто такой, собственно? Пилится только 1-2. 8 слишком долго посвящал свою речь игроку номер 1, что он должен определиться. При этом играет команда 3-6, 6-3 самый подозрительный, поэтому 8 мне не нравится тоже. Вы хотите пилить 3, выставляю игрока номер 3, пилятся 1-3. 2 по 6 голосуют в 1, остальные сидят. Игроки 5 и 6 вы голосуете в 1. В общем, все остальные у меня более или менее красные. 2, 4, 6. И у вас время. Спасибо, минута 10. Так, выставляю 3 еще раз. Так, у нас 1-3, то есть 2 по 6 голосуют 1. Остальные сидят. Так, смотрите, я не соглашусь с позицией игрока номер 9, потому что много было разногласий по поводу 2-3. Я слышала. Смотрите, что меня смутило в 3. То есть, смотрите, на первые 10 секунд он навтыкал 2, потому что не было анализа и так далее. Потом начал его нахваливать, и в итоге речь вышла какая-то ни туда, ни сюда. Но в итоге все равно потом взял.
Ну, короче, поэтому из 2-3 у меня будет покраснее 2, но не 2, не 3. Вот 2 тоже типа особо не за что брать, да? Поэтому и 2, и 3 я не беру, поэтому позиция 4 не подходит. Поэтому я играю 4. Выставить... Я уже выставить 8. Вы хотите полиции? Будут сломать. Хватит уже выставить. Полцене. Дайте мне выставить 8. Вы хотите полиции с 8? Выставляю 8. Пилится 6 по 10. 6 по 10 голосуют в 1, а остальные голосуют в 8. Так, смотрите, я... Ну, остальные сюда. Короче, смотрите, я играю 4, я подозреваю 6, подозреваю 7. Спасибо. Не продолжайте. Мы переходим на голосование. Убрали руки, локти с игрового стола. Не жестикулируем. На голосование выставлены игроки. 1, 2, 3, 8. Голосуются в порядке. 1, 2, 3, 8. Один, кто за то, чтобы город покинул игрок номер один, это 5 голосов. Два, кто за то, чтобы город покинул игрок номер два, спасибо, это 0 голосов. Три, кто за то, чтобы город покинул игрок номер три, спасибо, это 0 голосов. И поставьте 5 оставшихся голосов, будет игроку номер 8, автокатастрофа, 1, 8, по 30 секунд, господин Джейк, 30 секунд. Объясняю, почему я перенес 3, потому что мне тоже подозрительный 2, а 3 взял его в команду, и поэтому я захотел перейти с 3. Значит, мне понравилась речь 9, она назвала вас подозрительной. Вы говорите, что 3 покраснеет, 3 для меня не покраснеет, поскольку берет подозрительного 2. Именно поэтому я готов перейти с вами, потому что я могу сказать столу то, что я думаю. Я это сейчас и сказал. Окей? Поэтому для меня 2-3 подозрительные, 3, который берет 2. Что? Кто 5? Серый. Какая разница? Я сказал свои мысли, господин Ведьмак! Не продолжайте. Господин Ведьмак, ваш 30 секунд. Я считаю, что из всех поговоривших до меня были более черные игроки. Я понимаю, если бы вы выставили 4, я понимаю, если бы вы выставили 5. Я даже пойму, если бы вы выставили 7, я бы это понял. Я бы даже понял выставление 8. Я бы понял, но из всех игроков вы не готовы пилиться с 2. Вы не готовы выставлять 4, вы не готовы выставлять 7. Умеете жестикуляцию, господин. Вы правы. На подъем. 1-8 на подъем. Пилим и поднимаем. Для меня 1 это точно черный игрок. И у вас время. Спасибо. Прекратили жестикулировать, убрали руки, локти и колени из игровой зоны, пожалуйста. На голосование игроки 1-7 голосуются в порядке 1-8, прошу прощения. 1-8 голосуются в порядке 1-8. 1, что за то, чтобы город покинул игрок номер 1, это 5 голосов. И поставьте оставшиеся 5 голосов, они уходят восьмому игроку. Кто за то, чтобы оба игрока покинули город? 4 голоса, этого недостаточно. Город уходит в ночь. Пистолеты и выходят на охоту. Мафия проходит мимо игроков. Номер один, номер два, номер три, номер четыре, номер пять, номер шесть, номер семь, номер восемь, номер девять, номер десять. Мафия удаляется, просыпается дурь мафии. Дон ищет шерифа. Дон получает проверку и засыпает. Просыпается шериф. Шериф ищет мафию. Шериф получает проверку и засыпает. Город продолжает спать. Просыпается только игрок номер 8. Господин... 8, 9, 10 принято. Доброе утро, город. У вас минута. У нас двойка черная, проверка, у меня скрылся шериф.
все нормально. Теперь, что это мне говорит, почему я подозреваю из всех, из 2, 4, 5, 7, почему я подозреваю именно 2, потому что один очень не хотел пилиться с 2. В чем проблема? Он даже не готов был выставить ни 4, ни 7, ни 8, ни 5. Как бы у вас полно игроков, кого выставить, которые более черные, чем 3, только из-за того, что 3 поиграл с 2 или не поиграл с 2. Как бы, он для тройки это маловато. Только за это мало. У вас есть 7, который непонятный, да. У вас, вы проверили 2. Вы считаете 2 покраснее. Я проверенный красный. Вы проверенный красный, вам претензий нет. Все хорошо, один сидит за столом, он играет, все хорошо. У вас другой шериф не вскрылся. То есть я не знаю, кто вскрылся с 1 красная проверка, но мне вскрылся шериф с 2 черная проверка. Поэтому вы спокойно сносите 2 и играете баланс. Потому что скроется 2 шерифа, все нормально, один у вас на этот круг даже не выставляется, никто не выставляет один, у вас сносится обязательно 2, а после этого шерифы вскроются и скажут проверки, но подозрение на 1 у меня осталось. Спасибо. Обращаемся к игроку, что открывает господин Сукиура, игрок номер 2. Честно, конечно, что-то странное, потому что, смотрите, после... После того, как я не стал накидывать руку за подъем двоих, 8 сразу кидает, 2 проверка, 2 проверяется, 2 проверяется. Я не хочу поднимать двоих, когда для меня это 2 красных игрока, которые часто между собой что-то не делят. Я не доверяю риторике агрессии, когда 8 почему-то решает, что он должен решать, с кем пилится один. Я считаю, что первый игрок должен сам решать, с кем он пилится. Понятное дело, не хочу поднимать. Я считаю, что они просто поссорились. 2 красные карты поссорились. Зачем мне их поднимать и все сразу? 2 черные из-за этого... Проверка была, не была, непонятно. Ну, 2 будет черным, потому что я играю против него. Хорошо, окей. Это его мнение, но мне не нравится такая игра господина Ведьмака. Для меня это слишком агрессивно и, возможно, как-то даже неуважительно к столу. 10 секунд. Если у меня есть что-то еще, что я могу сказать по столу, это то, что я оценил то, что 6 выбрал для себя сразу команду. Это хорошо, я хотел бы поиграть 6. 6 меня не взяла. Это время, игрок на 3. Выставляю игрока номер 2. Да, принято. Ну, да, пилится и пилится, но есть еще различные ходы, различные провокации, динамика по столу, которая может нам дать больше информации. Почему один пилился со мной и не хотел пилиться с вами, это интересно. И теперь 8, который говорит, называет вас черным, да, скорее всего, вы черный. Сейчас вы уходите, шериф скроется другой, который не с вашей черной проверкой, может быть, мы сыграем баланс, посмотрим. Так, кого теперь 4, который хотел поиграть со мной, но не взял меня из-за того, что он подозревал вас, для меня он сейчас становится красным. Соответственно, 5, который поиграл со мной и поиграл с вами, у меня будет подозрение. Короче, все, кто с вами поиграл, у меня будет под подозрение. 10, который меня атаковал, ну 10 атаковал, может быть, и правильно, за то, что я поиграл 2, да, у меня атаковали. 10 секунд. Красный. А по 1... Пока что я еще не разобрался. Вы думаете, что я сказал? Я не думаю, вы не думаете. Ага. Это время. 4. Ну, смотрите, я тоже считаю, что может быть обычные зарубы игрока 1 и 8, они могли быть оба красными. Мы пока с единицы слетаем, у нас есть информация, что 2 черные, может вы и не черные, но у нас другой информации нету. Если вскроется шериф, кто-то вас там как-то будет защищать, или вскрывшийся шериф. Смотрите, то есть команды такие 2, 3, 5, я понимаю, 1, 4, 6, это не подозрительно. Игроки как-то нашли 2, 3, я не буду даже говорить по каким признакам, но вот игрок номер 7, который играет 1, 2, то есть я понимаю, там 6 нашел 1, 4, поиграл, 5 нашел 2, 3, я то есть даже не беру аргументы, но вот 7, который на 7 слоте играет 1, 2, я поэтому заподозревал 8, который 7 взял и говорит, 7 красный, 9 красный, вот я считаю, потому что она подозревала 8, потому что 8 действительно игра была очень агрессивная. 10 мне считается красным игроком. 3, я говорил, что он говорил очень, речь была хорошая, но поиграл. Спасибо. Минута 5. Так, ну, по игроку 1 я по-прежнему не вижу до конца цвета, и это нужно будет как-то определяться. Мне непонятно совершенно. По второму, конечно, вот эта вся ситуация, мне показалось, что ваша речь была позитивной и даже интересной. Я оценивал по речи исключительно, но сейчас, конечно, я скорее в черную сторону, и баланс здесь, и так далее.
придется, что называется, перевернуться в отношении игрока 2. Третий мне тогда понравился меньше, чем 2. Мне понравилось, что десятый заметил, что именно первые секунды мне меньше понравились, чем потом. Сейчас мне третий нравится больше, поэтому я поиграю с третьим. Четвертый мне на прошлом ходу не понравился, но четвертый сейчас в команде с третьим игроком и тоже скорее для меня. 10 секунд. Мне не понравилась речь шестого и седьмого. Мне понравилась речь девятого и десятого. Спасибо. И у вас время. Спасибо. Минута 6. Так, я думала еще ночью про вот эту всю ситуацию 8-1, и сейчас в какой-то момент начала слышать свои слова, и это, собственно говоря, урок номер 2, потому что у меня были вот ночью, вот, то есть для меня было два варианта, соответственно, что у меня был активный вариант, что это два поссорившихся красных, потому что, ну, если честно, на месте игрока номер 1 я бы вела себя так же. Ведьмак очень давил, и, ну, типа, я бы тоже еребень. В общем, но это... И второй игрок начал ровно то же самое говорить. Я вот так щелкнула, и второй сразу это увидел, такой: о, поиграю я с 6. Ну, то есть для меня это было довольно странно, типа, до этого мы все время играли против вас, и тут я даже не видела, что это вы говорите, я просто так сделала, типа, да, это то, что я думаю. И вы сразу такой, типа, о, попробую-ка я ее купить. Ну, в общем, да, я на этом ходу однозначно уходит 2. Почему я должна выставить игрока номер 5, для меня пока что не очень очевидно. Нет, я никого не собираюсь выставлять. 2 стоит у нас, да? 2 стоит, хорошо. Но я тогда не понимаю, почему, если вы мирный, почему вы не голосовали за подъем? Или вы считаете, что ведьмак красный? Спасибо, игрок номер 7, 1,5 минуты. Потому что если он поднимется с 8, кого мафия стреляет? Это раз. Вот если 1-8-2 мирных. Почему они не поднялись? Мафия тоже ставит за подъем 2 мирных. Еще какие-то красные поставят его меня, которые как бы считают, что за руку поднимать. Кто поставил за подъем? 7, 4, 3, 4, 8. Который считает первый точно черным. Понимаете, если 2 мирных робота так надо поднимать. Только пошел 8, как бы то, что 8 расстрелился. Если 8 за столом, бы первый играл бы точно. 8 красных, если первый красный, как бы, это был бы за руку бесконечно на основную руку, был бы проигрыш там 3-3, ну 2-2, как бы, или 3-3, не важно. Поэтому я не первого красного играть. В общем, шериф, кто привел второго, в общем, проверьте первого игрока. Я думаю, что шериф либо я, либо 9 игрок, потому что только мы можем сказать. Почему игроков, понимаете, нам дают поставить второй игрок. Да, вам нужно давать отстрел либо меня, либо в 9-го. Угадайте правильно, убьете шрифа. Неправильно, не убьете. 10 секунд. Правильно, Грубик сформировали. Что ты нашел? И у вас время. Спасибо, минута 9. Хорошо, мне понравилось это рассуждение про номер 7. Потому что если 8 отстрелился красный, 1 при этом красный, и тогда за подъем ставит руку мафия вместе с 8 игроком. А мафия это 3, 4 и 7, как раз 3 руки. Но что-то тут не то получается, правильно? То есть 1 выходит черным. И тогда ситуация наоборот, 3, 4, 7 становятся красными. Мафия свои руки не ставит, потому что 8 у них стоит на отстреле. Ну и 1, понятно, не ставит его за свой подъем тоже. Так, ну пока мы действительно, я играю по завещанию, я поднимаю игрока номер 2. На следующий круг у нас скрываются 2 шерифа. Один тот, который нашел 2 черным, и другой тот, который скрылся первому красным, что с красной проверкой. Почему он должен скрываться, чтобы... что у него черная проверка ушла, я понимаю, но у нас должен тогда вскрыться шериф, у которого один красная проверка, так и другой шериф должен. Спасибо, минута 10. На самом деле, то, что вы только что говорили, то, что 1-8, типа, не перелились, на самом деле, ну, типа, ушло 4 руки, но мы же не можем, значит, вообще ни одна марка не поставила. Может, там, не знаю, одна или две марки руки поставили, просто чуть не хватило. Поэтому, как по мне, это не слишком сильный аргумент. То есть, смотрите, я до сих пор продолжаю играть 4, мне нравится. 2-3, там до сих пор заварушка, то есть, пока что выставляю еще раз 2. Уходит 2 сейчас, других шерифов ничего нету. То есть, если 2 будет черный, тогда 3 получится красный. И есть еще один шериф, поэтому пока что не 2, не 3 у меня. Вот так. Поэтому я продолжаю играть 4. Пожалуйста, мне очень нравится аргумент 9, то, что она только что говорила. Но по поводу аргумента все, я не сильно согласен, потому что мафия могла и одну руку скинуть, и 2, и судиться вообще никто не поставил руки. И то, что ну, они оба тогда точность между ними черные. 10 секунд. Как там между. Поэтому я играю 4-9 и смотри, 5-6-7. Я думаю, что там болото. И у вас время. Спасибо.
Минута один, у вас два фала. Так, смотрите, у нас просто, я буду просто играть по завещанию восьмерки. Я считаю, что 8 красный игрок, 8 сказал, 2 черные опроверкивания, несмотря что я получил свою красную проверку. Возможно, это лжешериф. Значит, 8 назвал 7 красной, 3 красной и 6 скорее красной. Он назвал 5 больше черной. Именно поэтому я просил выставить вас пятерку. То есть, ладно, хорошо, пусть сейчас уходит 2, потом, я думаю, потом вскроется 2 шерифа, но я думаю, после этого будет круг пятерки, но после этого будут проверки. Так, кого я считаю сам покраснее, без того, что 8 сказал? Я считаю покраснее 4, я считаю покраснее 9. 10, который тоже играет 4-9, мне не особо нравится, но не важно. Что? Проверка 10? 10 секунд. Может, 30. Так, можно, в принципе, проверка 10. Так, ну для меня самое подозрительное это именно игрок номер 2, и игрок номер 5. И у вас время, спасибо. Итак, у нас был выставлен только один игрок номер 2, он получает 9 голосов, ваш крайний. Да, конечно, приятно получить сразу 9 голосов без повторных выставлений. Но хорошо, это право города, надеюсь, что мне потом дадут достойный противовес, чтобы счет у нас тут не полетел просто вниз. То черный, я сейчас скажу. Подождите, пожалуйста, дайте мне сказать. Когда мы 3 человека что-то кидают, это уже больше какой-то Бруклин у нас в пальцовках. Для меня почернее будет 5. 5 размытая позиция, ну это как-то, не знаю, не характерно, обычно размытая позиция для черного игрока. Я почему хотел сказать, что играл 6, потому что 8 накидал 6 за то, что она молодец, взяла четкую позицию, он ей за это накинул. Я хочу играть 6, мне понравилось то, что она смело это взяла, за что я накинул 8. 8 для меня красный, но мне не понравилась его игра даже для красной карты, потому что агрессия никогда ни к чему хорошему не приведет. 5, это кого считаю почему 5, для меня 7, третьего я для себя не нашел. И у вас время, спасибо, пообращаемся с игроком, уходит ночь. Недобрая для мафии в городе Грома. Стол открывает игрок номер 3, господин Фантом. Так. Ну, 4, хотя я спрашивал 4. Кто почти по всем игрокам его спросил, ни по кому мнения у вас не было. Если вы всех называете серым, вы не знаете, кто у вас красный, кто у вас черный. Ну, вас все называют красным. Поэтому с вами я поиграю. С 4 я поиграю. А, вы скрываетесь? Хорошо, я скрываю. Здесь 10 черных проверок. Первую я проверил 2, потому что восьмую спросил. Восьмой снимал меня с попила. Я даже не заметил, что первый хотел со мной делиться. Восьмой активно снял с меня с попила. Поэтому восьмой был для меня красным. Показал 2 проверку перед ночью. Я ему махнул, кивнул, что 2 черный игрок. Значит, 2. Потом 7 и 9 сейчас просили 10 на проверку. Я проверил 10. 10 черный. Ну вот отсюда нужно и дальше плясать. 10 секунд. Слушай, кого 2 оставлял красным? А по-моему, красному никого ничего не оставил. Я не помню. Всем и у вас время. Спасибо. Минута 4. Так, доброе утро, город. Представляю игрока номер 10. Смотрите. 10 принято. Не, я сейчас еще подумаю, но у меня такая игра мне складывается. Почему? Потому что 8 точно красный игрок.
8 точно красный игрок, потому что, будучи черным, застреленным, он скрылся бы шерифом, он не скрывался шерифом. Значит, он точно красный, называют 2 черной проверкой. Значит, такая игра, то есть шерифство 3, мне больше верится, в этом случае, пока я не послушал. Я вам не говорил про всех, вы меня спрашивали исключительно про игрока номер 6. Вот, исключительно про игрока номер 6. 2 я вам показывал, что я считаю почернее, а 6 я сказал, я не знаю. Я действительно, я до сих пор не знаю, кто 6. Вы хотите меня спросить, хотите проверить меня потом. Не знаю, кто 6. Вот, 9, 10, поиграл в команде 4-9, это была хорошая команда, но чисто по логике игры между вот 2, 8, 10, мне больше верится в шерифство тройки. Действительно, тройку агрессивно, восьмерка, это ее поведение объясняет. Спасибо, минуты 5. А второй шериф с плюсом у нас сменится сейчас. А второй. И у тебя проверка какая? Один. На выбор. Ой, вы один красный, 7 черный. Я верю в третий вариант с третьим шерифом. Абсолютно точно. Считаю, что в этом случае третий, четвертый красные игроки. У меня под подозрением остается игрок номер 1 пока что. Игрок номер 10, безусловно, и игрок номер 6. Это тройка, из нее надо разбираться, кто черный. Ну, 7, соответственно, в этой ситуации окрасняется для меня. И 9 был красный остается. Пока я играю, получается, с 3-4, 7-9. Минус 4 чуть меньше, потому что с самого начала были какие-то мысли у меня. Но еще будем садить. Вот так. Спасибо. А насчет шестерки я все больше и больше склоняюсь по Юрию Чап. Мое психологическое ощущение, можно так сказать, что это черный игрок. Но пока черных ходов не видел. Но так кажется. Десятка, я практически уверен, что это черный игрок. Спасибо, пас. Спасибо, и вам минута 6. Я тоже играю в версию шерифства 3, хотя я хочу, на мой взгляд, семерка была лучшим вашим решением для лжепроверки, потому что, собственно, ну и середина девятка, да, получается, потому что 7 и 9 просили проверку 10, и, соответственно, вы должны были делать проверку кого-то из них. Это хорошее решение. И при этом вы понимали, что будет скрытие на десятку, соответственно, вы понимали, что вы обязаны тоже открываться. Но при этом это не 100% означает, что я считаю единицу черным. Все еще оставляю возможность, что это был. У меня один вопрос. Считали ли вы на первом круге ведьмака красным или черным? Каким вы его? Кем вы считали? Красным? Вы его считали красным, поэтому вы не поднимали. Ну, окей, ладно, положим. Так, у нас. Так, если я играю версию вашего шрифта, у вас черный... 10 секунд. У нас сейчас уходит 10? Или мы сейчас должны играть какой-то баланс? Сколько у нас человек? У нас 8, у нас не критика. То есть у нас просто спокойно сейчас уходит 10. И у вас время. Спасибо, игрок номер 7. Вы не подпишите, я тоже пишу. Вторая 10. Шеф, правильно говоря, должен уходить я, но понимаете, что ваш шрифт никто не играет. 10, 8. Дальше я буду я, потом идете вы, потому что вы там не придумываете. У вас уже команда найдена, у вас уже все писали против вашей версии, поэтому выходит просто вы, мы находим дальше черт. Потому что вы проверили первого, вы проверили меня. Почему? Потому что я шел поляк у вас. То есть вы искали против... Я остался с вами в разный цвет, вы проверили меня. В разный цвет, чтобы найти свой цвет, наверное, да? То есть вы проверили меня черный, вы знаете, что вы красный, правильно? Так вы не знаете, что вы шериф ходу. Теперь наши, не знаю. То есть у вас теперь черная команда... 7, 3, 3, 4, 5, 6. Да. Вот. Черных там больше хочет. Потому что игра была 4 черных первый раз. Черных. 1, 2, 3, 4, 5 черных. Пусть Бобка, вы растете, как в моих глазах. Количество черных все больше и больше. И спасибо, у вас время. Спасибо, минута 9. Она правильно должен уходить игрок номер 7. Я не буду по этой версии играть. Версия номер 3, шериф, мне намного лучше. При этом я думаю, что черная команда 1, 2, 10. Потому что, ну тогда у меня все складывается, потому что один хотел пилиться с 3, 8 его всячески, там, это вылезал на стол, что 3 не пилится, 8 выставил 2, то есть играл по версии 3, получается. По версии 3 это 2 черный. Потом, когда 8 говорил, у меня нет проблем, пилитесь со мной, один говорит, я не буду пилиться с 8. Да, потому что у вас 8 такой красный был. Ну, да. А потом на предыдущий круг, вот после первого отстрела, один показывает, что 5 у него почернее, что как бы, ну, создать какую-то альтернативу вставления 2,
у него было именно 5. Потом уже, когда речь дошла до единицы, один уже 5 какой-то не такой черный. И, в общем, 2 просто ушел без выставления какого-то 5. И у вас время, спасибо, минуты 10. Выставляю 7. Во-первых, у меня сейчас критика. Ушел 2 для меня красный игрок. То есть у меня сейчас за слон 3 мака, и поэтому у меня сейчас критика, поэтому должен выходить игрок номер 7. Первую ночь я проверил игрока номер 1 красный, потому что смотрите, вот шериф номер 3 для вас, да, проверил игрока номер 2, да. Допустим, ну типа я же не знаю, что 8 стреляется, у меня есть 2 незарубленных игрока, 1-8, которые остаются за столом для меня, и я иду проверять одного из них. Смысл проверки игрока номер 2, нашелся бы он красный, и что бы мы тогда делали? У нас 1-8 есть зарубленные за столом, 2 нашелся красный, и что тогда делать? В чем суть этой проверки? Что-что? Если, ну, у меня есть 1-8 зарубленные игроки. Один нашелся красным, значит 8 должен быть черным. У меня все логично. Тем более, типа, сейчас по-любому должен уходить игрок номер 7, потому что у меня критика, у меня 3 мата за столом. Что? Почему я проверил игрока номер 7? Я сказал на своей прошлой речи 5-6-7 болото, где 5 на прошлой речи играл со мной, 6 говорила, что я, возможно, покраснее, и 7 кидал в меня проверить. Кого мне из 5-6-7 проверять? Конечно, я пошел проверять игрока номер 7. Значит, вы говорили, что я серый. В любом случае, от игрока номер 6 10 атаки вообще не было. Продолжайте. Игрок номер 1, 2,5 минуты. Смотрите, игрок номер 9, я красный. По-моему, на прошлом круге я объяснил, почему именно вот этот весь секунд с восьмеркой. Не потому, что я не захотел с ней вставать, потому что он отстрелился, а именно потому, что 8 захотел пилиться, 8, и я смогу объяснить 8. То, что я объяснил столу, почему пилить 3. 3 сказал, что 2 красный. 2 для меня был подозритель, я пилился именно в стрик, который его крышевал. Логично? Логично. Смотрите, у меня такое просто предположение. Мы можем безопасно для стола, то есть понятно, что весь стол говорит, что 3 шериф, а 10 не шериф. Но я могу безопасно для стола попилить 7 и 10. Вы хотите? Я спрашиваю еще раз. Короче, 1, 3, 4, нет. Выставляю 10, 10 улетает. Нет? Нет или да? 1, 3, 4, нет, мы пилим, у нас 8 человек, 1, 3, 4, 5 голосуют в 10, эта часть стола голосует. Спасибо. Итак, мы убрали руки, локти с игрового стола, не жестикулируем, переходим на голосование, выставлены игроки, 10-7, голосуются в порядке 10-7. 10, кто за то, чтобы город покинул, игрок номер 10, раз, вы поставили 1, 2, 3, 4, 5. 5 голосов принято. И поставьте 3 голоса, уходит игроку номер 7. Господин Бубка, ваше крайнее. Ну, скорее всего, сейчас улетаете в 3-3. Это как минимум. Во-вторых, что это за игра? Игрок номер 1. Без артикуляции. Я проверяю красным, да. То есть, в принципе, моя проверка имеет более смысл, чем проверять 2. То есть проверка 2, ну, почти ничего не дала. Вот даже если бы, неважно, говорил красным, черным, проверка 2 просто ничего не дает. Проверка 1 дает хотя бы какой-то цвет. Он дал цвет 1, и дальше что делать с игроком номер 8? То есть я же не знал, что он застрелится. У меня есть 2 зарубившихся игрока. Я пройду проверять одного из них. То есть то, что моя красная проверка просто идет и просто закрывает стол для меня, это, наверное, первый раз такое. Умерьте эмоционал, пожалуйста. Ну все. 10 секунд. Спасибо и вам, возвращаемся с игроком, город уходит в ночь. А, коварная мафия, достает пистолет и выходит на охоту. Мафия проходит мимо игроков. Номер 1, номер 2, номер 3, номер 4, номер 5, номер 6, номер 7, номер 8, номер 9, номер 10. Мафия удаляется, просыпается Дон Мафии. Дон ищет шерифа. Дон получает проверку и засыпает. Просыпается шериф. Шериф ищет мафию. Шериф получает проверку и засыпает. Доброе утро, город.
Утро недоброе, стреляли, попали. Ночью был убит игрок номер 3, господин Фандом, ваша крайность. Проверил один, хотя один. Ну почему я шериф? Да, почему 8 снимает, еще раз говорю, 8 снимает меня с пропела. Для меня 8 точно красный, поэтому перед ночью я смотрю, какую проверку вам покажет. 8 показывает проверку 2. Хорошая была проверка на самом деле, потому что аж двойки тут расходили с командой. И как только мы посыпаемся, если вы помните, он говорит, мне скрылся шериф. Потому что я ему кивнул. Сразу он посмотрел на меня, сразу кивнул. То есть он меня нашел по моей речи, по моей первой речи. Так, за подъем вы говорили, господин Джек, что вы не поставили руку за подъем, потому что вы красный, а потом вы говорите, что 8 у вас был красный, поэтому не поставили. То есть здесь не такая нестыковка была. Так вот, я, в общем, нашел всех. Черный, 2. 10 секунд. 10, потому что 7 и 9 просили проверку. 10, то есть 7, 9 у меня красные. И 1, потому что опять же 7, 9 и 4. И у вас 4. Время. Спасибо. Обращаемся с игроком. Господин Дизель, ваша минута. Доброе утро, город. Выставляю игрока номер 1. Я голосовал всем, хотя я верил тройке, но такая действительно безопасная игра, еще больше информации, есть время подумать. Я не хочу, чтобы подобное меня сердили после игры. Вот, я играю безопасно, коплю информацию. 1, действительно, 1-8 и я руку поставил, потому что 1-8, которые так жестко зарубились. То есть даже, как справедливо сказал игрок номер 7, что если даже два этих красных игрока, а тем более Джейк с Ведьмаком, это все разруха в городе, поэтому таких даже двух красных надо поднимать. Тут все сложилось, десятка, который, ну, не верится в такое, пошел между двух зарубленных. У шерифа дни его жизни сочтены, он не идет искать между двумя зарубленными. Между двумя зарубленными есть точно маф, и город разберется, проверять кто-то другого, и когда он уходит, он говорит, между этих есть один точно, а вот я вам проверил еще одного черного или как. И... Спасибо, пап. Спасибо, и вам минута 5. А шериф сейчас проверил первого. И черная проверка. Ну, мое впечатление такое, что было две из легенды, или две команды, две шерифские за столом. И сейчас шаг за шагом рассыпается версия шерифа 10. То же самое он говорил, что сейчас у нас критика. На последнем ходу критики не оказалось никакой, игра не закончилась. И до этого было очень много всего, и у нас 8 действительно боролся с игроком номер 1, и игрок 2 начал метаться, и там меня пытаться выставлять, и 1 тоже говорил тоже про меня что-то, чтобы, видимо, какую-то альтернативу сделать игроку номер 2. Я все еще не до конца убежден в игроке номер 6. Сейчас я играю с игроком номер 4, 9 и 7 против игрока номер 3. Три черных проверки. Пол Дизель. Спасибо, пас. Спасибо, и вам минута 6. Да, как если вы играете по версии шерифа 3, то я уже никак не могу быть чертовым игроком. Ну, да. И откуда, в принципе, этого изначально взяли, было не очень понятно. Господин Кибор. Не, ну как бы если у нас это правильная версия, тогда тут дальше можно уже особо ничего не думать и расслабиться. Если честно, меня буквально одна вещь испугала, когда вставал игрок номер 10, на его лице реально было, ну я не знаю, мне показалось искреннее недоумение, почему игра не закончилась. Это немножко вызвало у меня паранойю, но как бы чё, ладно. Играем по небезопасную игру, по вере в веру. Хорошо, уходит игрок номер 1, он уже у нас стоит. Хорошо, хорошо, что... Спасибо и вам, игрок номер 7, 1 полминута. А я сыграл плохо. Очень плохо сыграл. 0, 1, 2. Команда ужасно, как мог. Сижу здесь просто стыдно. Ну, понимаете, версия 10 игрока расступилась, когда он встал, и наступило 3 в 3. После того, как третий снял второго игрока, мы все сняли 10 игрока. То есть это уже после снятия второго, 10 критика. После этого 10 у нас работает 3 в 3 по его версии. А 3-3 не наступило, значит, более таки зацелился. Если так он снял шериф по его версии, то есть черного, то есть как бы он решил, я мог даже ждать второго черного, он снял шерифа, он делает самострелы. Зачем? Последний черный доезжал, это какой-то, то есть как бы мы поставляем один, тут как бы нет другой версии, смотрите. То есть мне это проще вообще версии, как бы. Но тут даже если вы рассматриваете весь 60-й шериф, у вас должен быть самострел, то есть свой черного черного, потом самострел, зачем, так сказать. Не сразится. Спасибо, пас.
И вам спасибо. Игрок номер 9, ваша минута. Тут вы меня не уговариваете, потому что у меня 3 шериф, да, я проголосовала, я думала, что 6 не проголосуют в 10, вы так держали руку, я думала, ну, может быть, ну, пусть будет купил. А почему я говорила, что один черный, потому что ну, подстраивается под город, как бы ТОС-8 не хочет пилиться, потому что он красный, то играет против 8, то играет против 5, потом не играет против 5. Потом то вы хотели попилить 3-10, потом 7-10 попил, нет, не озвучили. То есть на красной карте это как-то вот легче все приходит, а на черной нужно держать в голове две версии, черную и красную, может быть, поэтому вот не получается так легко вот, ну, сложить попил, как-то его озвучить правильно. Поэтому для меня вот и было его поразительно. Все, спасибо, Кас. Спасибо и вам, игрок номер 1, господин Джейк. Ребята, вот город победил, я хочу вам задать вопрос, почему город победил? Частично из-за наших не очень правильных действий, но победа города в этой игре была решена в ноль. Криками восьмого игрока, что два черных. Почему два черных, непонятно. То есть что должен был делать игрок номер 10? Он должен был перекричать 8, а это не игра, это игра на его цель. То есть получается, что игра была сыграна в нуле. Он нашел два, он сказал, что один черный, потому что один не захотел пилиться с два. А почему один сам должен решать, с кем он должен пилиться? Тут психи на 8. Один черный, два черный, три я спасаю, три красный. То есть получается, что игра была выиграна в ноль восьмым игроком. Не шериф, секунд. Не плохой игрой десятого, а восьмым игроком, который просто заунил всю черную команду. Получается так. Вы согласен, господин Дизель? И у вас время, спасибо. И вы можете поговорить еще минуту. А почему вы не согласились? Спасибо, поздравляю город с победой. Мафии были игроки 1, 2, 10. На самом деле, Я не знаю. До того, как 10. Да. Как бы 8 атаковал 10.